Скажите, женщина, вы психолог? Психолог. Вы врач-психолог? Да, что у вас? Внимание. У меня две проблемы. Какая первая проблема? А у вас нет мужчины-психолога? Нет мужчины-психолога. Только вы один? Вы только психолог? Какая проблема у вас? У меня две проблемы. Первая. Ну, у меня такая проблема, ну... Я слушаю. Ну, что я очень сильный бабник, я. В каком смысле? Ну, я очень бабник сильный. Что вы делаете? Что я делаю? Что делают бабники? Вы что, не знаете? Ну, что вы делаете? Ну, я, в общем, просыпаюсь в 5 часов утра. Можно? Да, я просыпаюсь в 5 часов утра, ну, потому что мне на 7 на работу, и, ну, я должен с женой успеть. Ну, вы что, не понимаете, что я говорю? Ну, нормально, но в чем дело? Вот, я, чтобы успеть, вот, я успеваю, значит, жену, а потом я иду на работу, вот, я не кушаю, выхожу раньше, у меня еще соседка есть на первом этаже, я к ней, чтобы успеть заскочить. Ну, нормально, еще плюс один, да? Софа. Я захожу к ней, вот, чтобы успеть, все, а потом я еду на работу, но у меня там есть еще одна знакомая женщина, до работы я успеваю к ней еще одна, с Кириатграда она приезжает, все. И потом я иду на работу, я работаю возле Кириат-Тивона, знаете? Возле Кириат-Тивона я работаю, ну там, короче, у меня две женщины работают. Ну, это еще плюс два еще, я, да? И с этими женщинами, значит, до обеда. А потом на обед я не хожу, я в Кириатату заезжаю, у меня там есть еще одна. Катерина. Я успеваю к Катерине, возвращаюсь в Кириат-Тивон на работу. А те две сменщицы уже поменялись, а уже другие пришли. Я с ними тоже успеваю. Все, потом заканчивается рабочий день. Я до Софы туда, помню, то, что я говорил. К Софе, в Кириат-Тивон. Не, страсти, это в Кириат-Гате, то, что подъезжает. Я успеваю. И потом возвращаюсь. Все. У меня есть еще одна знакомая с Хайфы, толстая, хорошая женщина. Я с ней успеваю тоже. Потом иду домой уже, прямо домой, покушал, и вечером, каждый вечер я хожу выбрасывать мусор. Ну, жена знает, я не мусор иду выбрасывать, у нас там соседка Люся есть. Еще к ней успеваю, все, а потом возвращаюсь и домой опять, а там жена уже ждет, потому что, ну да. Все. И так до утра я не высыпаюсь совершенно. Так, ну, а вторая какая проблема у вас? Вторая проблема, что я очень сильный обманщик.